Всем привет, привет, YouTube, бонжорно, боже мой, капец, я поправилась. Кстати, мне пришла вот эта штука на этот, но я еще, считайте, не накрашенная. Потом я сегодня депилировала усы и бороду кремом, немножко раздражение пошло. Это самое, мне пришла эта штука для подбородка, ну, чтобы, типа, разбивать жиры, там, я не знаю, может быть, какой-то, знаете, опять трояли какая-нибудь, ну, в том плане, что она не функционированная, ну, не будет не функционировать ничего. Ну, и бабы, короче, женщины, я смотрю, понадевали эти штуки, все с этими штуками сидят в интернете, там что-то говорят, работает. Главное, я думаю, еще на этот, на подсознание. Мы так сели под ветками, еще не дай бог ветка упадет. Все, не будешь ты мяч играть? Я тебе сегодня специально мяч взяла. Идем, Дэн, мы сегодня просто сели вот здесь вот под этими, под деревьями в тенечке. Дети там были на площадке, я не стала туда везти. Давай, я сегодня в платьишке. Мяч – это любимая игрушка. Это я ее с детства приучила. Ему пофиг этот мячик, он травку ест. Короче, вам покажу. Сейчас приду вот эту вот штукенцию. Девочки спрашивали за конкурс. Говорят, Марина, мы не будем на конкурсе. Меня сейчас пригласили на конкурс, давай. Но я с такими понимаю. Я даже ему сказала, говорю, ну я подумаю. Он говорит, мы всегда о тебе помним. Я говорю, ну красный. А, он мне выслал фотку мою в красном платье. Я говорю, у меня красного платья нет, оно, к счастью или к сожалению, в Турции осталось. Ну, я его не забирала, оно не мешалось. Вот. И куда вот ехать на конкурс с такими волосами? Тут трепирает. Главное, тут я заколочками закалываю. Там все равно женщины с какой-то головой нормально приходят. У меня на голове вообще, как вы написали, я трепера в один ряд. Денис! Ну, в тенечке им здесь хорошо. Идем туда, да, в тенечек. Идем, не пойдем на солнышко. Хотя я бы посидела сегодня в платье, ноги бы немножко бы, как бы прибились бы. Давай, где мячик? Ты принесла мяч? Да? А, мяч – это любимая игрушка. Это прям нечто незаменимое что-то. Она с утра до вечера с этим мячом. Все, отдохни немножко, отдохни. Ага. Да подожди. Давай. Браво. Браво. Отдохни немножко с этим мячом. Отдай. Все, отдыхай. Идемте погуляемся, Шанечка. Ты сейчас задохнешься, ты уже не дышишь, блин. Отдавай, зубам будет плохо. Ну ты красивая, уши заворачиваются. У Дениса так уши не заворачиваются. У нее постоянно эти уши заворачиваются. Ты ж красивая девочка. Кстати, он красивее. Ну, я вот так вот сравниваю. У него стрижка всегда по-другому. У него шерсть, волосы другие. Шерсть по-другому. И морда шире. У нее более вытянутый нос. Вот. Хотя я тут у нее стараюсь, подрезаю ей красиво. Но то такая. Сейчас, короче, приду, не забуду вам покажу эту штуку. Морщится не на, я морщусь на солнце. Покажу вам эту штуку. Кстати, у меня пояс такой розовый. Помните, я его в Турции часто одевала, там под платье, вот такое. И я сама там дырку себе сделала, потому что, типа, он на меня был большой. Прикиньте, я сейчас сделала, одела, он на меня сидит впритык. У меня вообще, я поправилась, я вообще не знаю. У меня, наверное, сейчас 60 кг. Я прям реально поправилась. Реально, реально, реально. Жрем, лежим. Лежим, жрем, набираемся энергии. Покажись, какой ты красивый пацан. Красивый пацан. Красивый. Красивый. Сейчас вывешу белье. У меня там белое надо вывесить немного. Я там стираю зимние покрывала, такие маленькие. Что такое? Что там такое у тебя? Что ты больно сделала? Тут же еще, понимаешь, цепляются репни в этой траве. Надо быть аккуратно.
Так, на солнце одеваем очки, потому что щуриться начинает. Все, давай. Надо отдохнуть немножко. Все. Отдыхай. Она побежала. Ждет, что мячики. Последняя серия о моем пальце. В общем, я вчера сделала вот эти вот ванночки солевые. Сейчас быстренько опять вкратце. Мне сняли ногти в Турции где-то полгода назад, потому что они были пустые. Закройте дверь, женщина! Как специально. Пошли дверь закроем. Мяч где? Короче, мяч где? Шанель, мяч. Мне убрали эти ногти полгода назад. Все хорошо, ногти отросли. То есть они не полностью там убрались, а ну, чуть-чуть было, типа сверху, где он растет, а все остальное вырезали. Он, потому что под низом уже была пустота, она говорит, по-любому бы оно у тебя вообще бы отвалилось бы и не росло. Все, ногти хорошо выросли, красивые. Она сказала, как раз до лета отрастут, можно будет накрасить, красиво сделать педикюр. Все, ногти отросли. Боже, это я крайний раз в этом. Понимаешь, что я уже задолбался там. Слушать, вы задолбались. И Шанель. И ногти отросли. Все, и там видно, я так понимаю, мясо само по себе от ногтя, оно было высокое, ноготь на него сел, и мне видно вот эти кроссовки, туфли, они просто давят этот ноготь на мясо. Короче, я вчера, ладно, вкратце, спасибо всем за комментарии, за соль, вот это за соду, мне потом Юля тоже сама сказала, за мазь Вишневского, мне говорила Юля, но у меня нету мази Вишневского. Вот, и короче, я что, я вчера просто этот ноготь полностью до половины просто убрала сама. Вот куда щипчиками могла подлезть, убрала. Опять забинтовала его, пописала на пальчик, потому что мази у меня не было никакой. Все хорошо, утром встала, ничего не болит. Все-таки эта боль была от того, что был ноготь на пальце. А, сегодня четверг, поэтому они сейчас собираются. Сегодня четверг, выходной у бадантов, ну, у женщин, которые работают в Италии, сиделками. И вот они в магазин зашли, скупились, наверное, сейчас будут сидеть, есть и пить. Палисадники здесь хорошо. Вот, и, короче, все, я его сняла, и так получается, что у меня теперь некрасиво, естественно, ноготь, я его подпилила, девочка говорит, Марина, не могу на вас смотреть, я подпилила, как вы мне говорили, я подпилила, да, сделала его меньше, все, сейчас в кроссовке сижу, вроде все хорошо, не болит ничего, ну, некрасиво, понятное дело, некрасиво, и один пальчик прям такой красивый на ножке, на правой, на левой, ну, а что делать? Уже до тех времен, пока в Турцию не поеду, трогать его не буду, там уже приду, Тане покажу, что с ним можно сделать, я не знаю. Но боль была такая, что прям, знаете, вот если, ну, хоть палец рубите, не дай бог, что больно было. Что, отдыхайте, все, лежите, отдыхайте хорошо в тенечке. Вот, такие вот дела. Сейчас откроются магазины и все, я сегодня повезу велосипед. Сегодня свожу, сегодня погода позволяет, хорошая погода. Сейчас собакам пойду домой, лапы помою, повезу велосипед, сдам его туда. До понедельника он мне не горит. Или до завтра, может, он успеет сделать. Пусть делают, мне надо там убрать его, почистить, убрать ржавчину, все привести его в порядок, корзину спустить вниз, будем ездить на велосипеде, да, Денис? Карлетто обещал вчера приехать, не приехал, за Макса там рассказывал, потом вам расскажу как-нибудь, потому что, ну, вроде как бы такая информация, что, может, ее не надо рассказывать, не знаю, за отца детей говорил мне. Но я просто от себя говорю, я не говорю в том плане, что я там... Я ничему не радуюсь, если у кого-то какие-то неприятности. Потому что я говорю, у меня нет на земле человека, которого бы я ненавидела. Я от этого очистилась. У меня вот на вот эти вот места, которые были заняты там ненавистью или завистью, вот эти, я убрала вот эти вот качества от себя, и в меня вошли другие качества, там как сострадание, любовь и все остальное. Пока вы не уберете... качество там ненависти, допустим, или злости, то, конечно, вы не наполнитесь новым, потому что места нет. Если мы можем всего обладать 11 качествами, то есть 12 уже никуда не засунете, уже переполненный сосуд. Поэтому надо избавляться от каких-то негативных для того, чтобы наполниться положительными. Ой, погода хорошая, собаки хорошо сегодня гуляют. Шанель побегала, устала, да, воды я не взяла, ты не хочешь пить из того крана, но лежи на траве, отдыхай и пойдем домой. С мячиком легла. Папе сегодня тоже звонила, тоже все хорошо, голос бодренький, на меня ворчит, если ворчит, значит все хорошо. Пока ворчат родители, значит сил хватает на эмоции, это хорошо, ждет меня, естественно, соскучился. Шо вы,
мадам Брошкина. А? Идем попробуем попить воды. Идем попробуем. Иди сюда. Со своим дружбаном, который там все время лежит. Иди сюда, идемте воды попьем. Денис? А, ты мячик, правильно, всю свою ношу с собой. Идем. Сначала воды попьем, Шаня, потом будем мяч играть. Аккуратно, аккуратно. Иди сюда, Денис. Иди сюда, Шанель. У меня была синяя тарелочка. Куда она делась, я не надо у Саши спросить. Долго качается папа ребенка. Все, что, идемте на лавочку. Так, девочки, на интервалку надо. Причем срочно, прям вообще. Ну, у меня повысила, у меня поправлялась задница или грудь бы росла. Одно дело. А то живот эту вокруг талии за этот спасательный круг вырос и все. Вот им здесь нравится птенечка. Мне здесь хорошо. Я же и даже по их поведению вижу, если им нравится гулять. Вот тут раз мы на улицу ходили, такие, все, мы ничего не знаем, сегодня по-любому веди нас на улицу, сели около двери, такая забастовка, только плаката не хватало. А потом пришли в парк, они свои дела сделали, сели около меня и сидят. Я говорю, что домой идем. Они такие, да? Столько эмоций было потрачено на все это. И траву, смотрите, сколько они стригут. Уже неделю, как она такая, что там можно было бы ее стричь. Не стригут траву вообще. Погода говорит сама за себя, что пора мыть окна. Так, девчонки, показываю. Заряжаются от USB, по-моему, называется. Идет в наборе вот этот вот штучка, и все. Так, дальше. Сейчас показываю. Ну, может быть, кого-то из вас это есть. Или сейчас я уже представляю, сейчас напишу, что это фигня. Она одевается вот так. Чем бы дитя не тише, лишь бы оно не плакало. Вот здесь вот есть чифельбрат. На чифельбрат надо включить. Она заряжалась все утро. Ну, путем тыкания, понятное дело, потому что... Саша! Можешь прийти, пожалуйста? Вот так вот она типа выглядит. Массажер. Так, написано включаться. Та я, надо кое-что от чендера, я не могу, если по Венере. Так, эластик, это понятно. Угу. Первое, open, open, на двойку надо нажать. Где двойка? Ага, вот здесь. Не могу включить, иди включить. Ой, все, я сделала. Так, а это, наверное, вот здесь по бокам, я так понимаю, вибрация. А, здесь номер мы ставим, на какую силу мы хотим вибрировать. Это она стоит на максимуме, наверное. А это... А, нет, она здесь разными цветами, типа, светится. Ладно, давайте попробуем. Бляха-муха, пойду детям покажу. Але. Okay. Я тебя не снимаю, я себя снимаю. Но сопранета мистесса, гварда. Перливары. Смотри, вот так она должна массаж делает. А что вы играете в PlayStation? Смотри, Саш, и вот это вот она убивает Грассу. А? Как это нет? Смотри, вот здесь меняется. О, вообще сильно пошло. Так последние зубы, бляха-муха, выпадут. Девочки, что вам сказать? Сейчас я иду велосипед относить. Мне говорит, Саша, есть запах в квартире? Она говорит, мама, какой запах? Говорит, как пахнет духами. Я семьяки забрызгала всю кровать. Всю кровать. Потому что я уже не понимаю, откуда. Нету сильного, не воняет сильно. Все, вот я легла, я чувствую, все.
Блядь, кто? В моей... Здесь сейчас, в данный момент, кошки не лазят. Одеяло постиранное. Вот, я легла, все. Пошел запах. Подушки постиранные. Блядь, я не знаю. Это боссаная какая-то королева тряпок. Так. Ой, еще сильнее пошел. Блядь, какой зубного, не надо. Боже, как на взлетной полосе. Подожди. А, это вот здесь меняется. Нет, давайте снизим оборот. Вот это тихонечко. А цвет она меняет сама. Нет, вот эта кнопочка для цвета. Цвет, он тоже влияет, типа, один цвет там, типа, я не знаю, что делает. Разбивает жир, другой закрепляет. Короче, просто ложитесь, смотрите телевизор. Одеваете вот так. И по идее должен разбивать. У меня, видите, тут еще место остается, между прочим, для подбородка. И по идее он должен разбивать жировую мышечную ткань. На голове это вообще, говорю. Так, ну что, на неделе мы моем окна, стираем шторы. Я не знаю, кровать нюхаем. Продолжаем нюхать кровать, все, ничего не меняется. Вот здесь у меня остается место, мне надо... Боже, на голове еще попало. Девочки, короче, теперь я буду этим заниматься. Когда мою пол или когда смотрю кино, на 15 минут. Я еще не читала инструкцию, сколько там полагается минут. Так прям чувствуется. Я вчера не вышла в прямой эфир, у меня голова разболелась, когда я, потому что я палец наковыряла. Может, зубы так новые вырос. Ну, не, ну это какой-то стресс для меня. Ну, это сильно прям вибрирует. Так, ладно, я повезла велик. Все это замечательно. Выключается он здесь. А, все. Приду, буду делать. Все, я пошла, отвезу велик. Сдам им. Чтобы они сделали по-любому, скажу, и меня никуда не спешу, пусть до понедельника спокойно его делают. Смотрите, покажу велик. Но задник я пока не буду менять. Видите, оно все поржавело. Сейчас, ну, как бы нормально. Сидушку мне надо поменять. У меня, помните, итальянская была клевая. Made in Italy. А, вот эта же она и была. Вот они ее раздолбали. Потом здесь вот это вот ходуном ходит, болтик нужен. Вот, и что-то еще. Тормоза он проверит, все. Что-то еще надо было сделать. А, и все, наверное, да? Прикиньте, вот этот велик, вот эта моя БМВ-ушка, она стоила 300 почти евро. После коронавируса, по-моему, я его покупала. Там была акция, типа, какой-то закон в Италии выходил, типа, там, что, типа, как бы должны были деньги, типа, вернуть. Ну, нифига, конечно, не вернули. Вот, поэтому везу, мне его делают, держу его дома, потому что четвертый велосипед, который уже украли. А это что такое, вообще не могу понять. Блядь, я без очков ни хрена не вижу. Ладно, все, повезла я его на ремонт. Проверила я велик, подняла сидушку. Ну, чтобы его не ходить, конечно. Нормально, я прям соскучилась. Ага. Нормально, кстати, шины тоже нормально были на мне. Так, сейчас. Видишь, еще в юбке, ну, в платье. Ноги надо соединять, а то сейчас буду как тот мужчина вчера в Евровидении. Юбку одела, не знаю, что в юбках надо ноги соединять. Сидел трусами своими. Светил, но сидушка прям провалилась. Я села. Сидушку надо, наверное, ставить новую. Она дорогая, по-моему, она стоила около 20 евро.
хорошо едет, тормоза работают все. Ну, в принципе, что он, они же его не бросили там где-то там что-то. Просто он у них стоял, кстати, очень долго под дождем, он у них стоял на улице, кстати, очень долго. Вот. Ой, я довольна, хоть заставлю себя, блядь, за 3 недели в Италии. Ну, ладно, то дожди были, то еще что-то. Да настроение еще с такой головой, с этими волосами, никуда, блядь, идти не хочется. Мне сегодня написал друг мой, турецкий парень. И он мне написал, говорит, Марина, говорит, у тебя на Фейсбуке, ой, тяжело, ага, педали крутить, шины спущены. Это у тебя, говорит, так хорошо, когда щеки. Говорит, фотки твои посмотрел. Говорю, мне все говорят, что когда я полнее, я лучше выгляжу. Он говорит, вообще, говорит, так круто тебе щеками, говорит, тебе вес нужен. Я говорю, так у меня живот растет, бляха-муха. Я живот не хочу. У меня не получается так, чтобы щеки были, а живота не было. Он, короче, говорит, ты такая клевая. Прям так написал. Ну, на русском он пишет, я потом через Google перевожу. А ты когда, говорит, приедешь? Я говорю, а ты что, меня ждешь? Ой, так приятно, когда все равно тебя кто-то ждет. Неважно, даже вот как друг, с которым тебе приятно, скажем так. Я хочу на Инстаграм заснять. Так, тихо. Опа, тормоза работают. Так, ладно, девочки, мальчики, мужчины. Угу. Трупик положили. Смотрите, что я делаю. Я еду в салон отвозить свой велик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На накачать эти самые колеса. Тормоза, кстати, работают шикарно. Поменять сидушку и там, где цепочка, на моем BMW, на моей BMW, там надо подкрутить все. В общем, я его сейчас еду, оставлю у них. Потом здесь не хватает еще спереди корзины для моих собак. Надо ее достать с антресоли. Здесь прекрасно и замечательно. Боже, я кайфую на велике. Короче, я его сейчас оставлю, наверное, до понедельника. А, еще надо, чтобы там почистили его, чтобы убрали ржавые места. Так, как же круто, велики вообще, я кайфанула. Ну, ладно, сейчас его в порядок приведут, вообще будет кайфовенько. Я его, кстати, отвожу туда же, где я его и покупала. 280, по-моему, если я не ошибаюсь, он стоил. Там что-то было, говорили, надо купить на определенную сумму. И потом по какой-то там программе тебе какую-то часть денег вернут. Ну, чтобы типа больше пользовались велосипедами в Пизе. Или в Италии, я уже не помню. Потом там надо было заполнять какой-то бланк. Короче, как всегда. Ладно, не важно, зато есть велик, сколько лет он уже радует. Ой, а что-то они так поставили сюда, этот цветок отодвинули, вообще неудобно. Вообще попало. Я надеюсь, они открыты. Кстати, шины было тяжеловато немножко крутить педали, но шины, в принципе, у меня мой вес выдержан. Ладно, животы втянули, лопатки соединили. Все. Сейчас сдаю его. Будет мне счастье. Буду я ездить на велике. Шорты надо покупать. Надо идти по магазинам. Шорт нету. Две пары шорт остались в Турции. Видите, как у них оформлено. Поковырялась, да? Угу. Так, ждем мастера. Сейчас придет мастер. Асу лунеди? Кедичи. Лунеди, сера? Окей, нашими умными телефонами. А, си. Си, си, си. А, чистиме ниенте? Но, когда ритурно поле гвардеру ла грандеца, и се носи па субито квандер венго. Allora passo lunedì. Sì. Mi controlli anche le frenie. Sì, sì, si controlla. Ok. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Ну, смотрите, какой новенький. Все, до понедельника. До понедельника, иду заберу. А, я ему говорю, слышишь, говорю, ну и, конечно, говорю, ну, сделайте полный контроль, говорю, и уберите ржавчину. Ну, это мы ржавчину не можем убирать. Я говорю, я в том году, говорю, к вам привозила, вы сказали, что уберете ржавчину. Ну, понятное дело, что, значит, ее никто не убирал, а деньги взяли еще за уборку ржавчины. Вот такое они делаем, где ржавчину надо убрать. Зачем она поставила сюда цветок прямо на центр? Забастовка какая-то.
Вот. Я говорю, ну там шины проверьте, говорю, эти. Хотя те работают, я сама вижу. Говорю, сзади, говорю, сколько стоит поменять корзинку назад, там дырка шина. Он говорит, от 14 евро. Говорит, менять. Я говорю, не надо, я уже когда приеду забирать велосипед, посмотрю, что там за корзины. Говорю, если что, поменяю, потому что, в принципе, она еще, ну, дырка есть. Есть себе. А сиденье, сидушку, он сказал, по-любому менять надо. Я говорю, нельзя починить? Он говорит, нет. А там же Шмада Италия. Я помню, что я заплатила за нее около 20 евро. Ну, в понедельник вечером я заберу. Ну, я так и понимала, что они. У них, кстати, очень хороший объем работы. И много всегда великов новых там у них. Ну, я там часто снимала, видели девочки. Все. Сейчас через табакину. Пересохло. Сейчас через табакину надо сделать. Заплатить интернет. Я ему должна 10 евро, потому что у меня нету кэша. А у него не работала вчера карточка. Сейчас вам покажу. Помните, здесь часто ходила? Похороны там, я же проезжала, похороны были. Сейчас вам покажу балконы. Кто помнит балкон, это с похорон идут. Сейчас покажу, вот у нее балконы, вот эти вот у нее герани. Сколько лет здесь хожу, столько лет снимаю. Она их на зиму, я помню, на зиму. Она их укрывала салафаном, потом стригла. Но это у нее сейчас короткие. У нее они прям до самого вот этого низа растут. Шикарные балконы, я их всегда снимаю. Но не знаю, если она новые обновляет, пересаживает. Ну, она по-любому их удобряет, но у нее балконы просто шикардос. Что здесь, что вот здесь. Но у нее, кто помнит, у нее прям длиннющий этот огортань. Может, она новый насадила, не знаю. Я на базар, я бы, знаете, куда? Я бы с Карла бы подъехала в магазин Оби, который около его дома. Там цветов очень много. Я бы купила бы себе цветы и посадила бы на кухню. Хотя, я говорю, я когда сейчас приехала с Турции, там у меня разрослись цветы на подоконнике. Я их просто потом срезала. И даже жалко их выдирать, потому что, бляха-муха, они прям разрослись. То есть у них прям даже у базилика там вторая жизнь началась. Ну, удобрять надо, надо удобрение подкупить. Давно здесь не ходила. Боже, я велосипед подняла задницу, отвезла велосипед. У меня аж настроение поднялось. Как классно, с ветерком на велике. Ой, обожаю. Корзинку свою прикреплю. Собачек посажу. Просто здесь, около меня, я всегда хожу пешком. Некуда ехать. А в город ехать, там, допустим, по улицам центрального. Город-то маленький. Я-то живу в центре. Людей много, не разгонишься. Хочется прям вот ехать и крутить педали, и крутить педали. Ну, женщина, ей не жарко, в этом пальто еще стоит. Ой. Здесь, когда с собаками раньше проходили, гавкали собаки. Так, Марина Владимировна, не расслабляйтесь, не забудьте, вам надо сейчас зайти, заплатить за интернет. Так, в хорошем настроении. Звонит Саша, я не вижу. Во-первых, отсвечивает экран. От солнца. Я аж не вижу еще без очков. Я ж в этот экран нажимаю на связь, она сбрасывает. Смотрю на звание, думаю, что она хочет, чтобы я хлеба купила или что она хочет. А она, Марина, блядь, ты где? Я говорю, ну пошла, что мне надо заплатить интернет, свет. Я же у Карла сказала, что мне надо заплатить. Он сказал, в мои планы твои расходы не входят. А у меня все падает. Ну, типа, последнее там 9-го надо было проплатить. Сегодня уже 10-й свет. Вот. Хотя поздно пришел корешок сам посреди. Саша, Марина, где ты? Ты взяла ключи Эммы, там ключи от машины. Мы на работу ехать. Я говорю, да я здесь рядом с домом. Говорит, давай быстрее, говорит, он же ж по времени. Они ключи вешают в коридор. Мы же приходим, ключи сразу в коридоре вешают. Так как мои потерялись. Хотя это очень странно. Может быть, у Карла в машине с кармана выпали. Вспомнить, чтобы я ключи потеряла. И все, я вот его с машиной ключи и прихватила. Там ключи от машины, ему на работу. А, вот, кстати, смотрите, были деревья, я собак выгуливала. Вот, все поспиливали, пока я в Турции была. Осталась вот такая, может, здесь площадку для детей, хотя, какие дети, вот видите, стульчики тут вынесли. Хотя здесь они неактивно сидели по вечерам. Так некрасиво стало.
Гола. Хотя они не активные сидельщики по вечерам, а вот там вот, которые сплетники наши главные сидят, они знают все и про всех. Их дети самые лучшие, но обосрут они всех детей подряд. Вот на вот этом вот пятачке. Там. Да я иду, звонит мне, она мне звонит. Я иду. Ой. Хоть бы эти не срубили деревья, вообще будет. Биотуалет поставили, потому что работают строители. Алисон акваривад. Эмма, скузами. Buon lavoro, presa tutto? Vai, buon lavoro, Эмма. Говорит, давай тут будете убирать. Здесь вон озеро Надежды еще не... Видите, в этом году как разрослось все-таки дерево, это я садила. Надо здесь поубирать, ну мокро. И еще повезло, что я вообще хотела прогуляться. Думаю, ну ладно, велик отдала, уже вышла в центр, пойду пройдусь по центру. Я вообще думала пройтись. Но так как жарко, думаю, ладно, пойду домой. Есть чем дома заняться. Тоже надо выбросить. Че вы орете? О, баста! Это сегодня выбрасываем коробки мы. Бумагу сегодня выбрасываем. Такие. Ждут, пока я носки сниму. Я снимаю носки, даю им, они с этими носками бегут. Дурачки, блин. Зачем вам эти носки? А Шанель все мало. Тебе одного носка мало, ты на Денниса, на них не дерут, ничего, просто типа. Я пришла, носок сняла, все, они его унесли.